опыт работы с ядохимикатами, с болезнями у меня небольшой. Почему? Потому что дойдем и до той темы, когда мы научимся с вами выращивать абсолютно здоровые деревья. И вы или не будете применять, как я, ядохимикаты, или будете в мизерном количестве применять. Вот, потому что я даже не каждый год это делаю. Но жизнь не стоит на месте. Мне задают вопросы. Появились новые мощные средства защиты. И вот, сам читаю в статьях, незнакомые названия, их там десятки. Чего только не придумали, вот такое впечатление, что они настолько сильны, что еще неизвестно, кого вперед угробят, нас или эти же самые тлю или там жуков. Вот. И на этом фоне единственный человек, которому я доверяю в России, вот, ну как вот, посмотрите, может доверять, когда придуманы ядохимикаты по уничтожению муравьев. Я их спасаю, я их наоборот культивирую, а вся промышленность направлена на то, чтобы их уничтожить. Кто не купит ядохимикаты, нетрудно муравейник поджечь или отравить. Вот. Я противник этого. И получается, что в какой-то степени ретроград и противник, не противник, просто, ну как можно эти десятки новых ядохимикатов от тех же насекомых испытать? Страшно даже становится, уж больно их рекламируют так с каким-то давлением. Вот. Но есть единственный случай, есть человек, которому я доверяю в крайней степени. Итак, вот она посылка, это уже вторая посылка, может третья. Вот. Я ее получил с Урала. Так. И рекомендую использовать, потому что это редкий случай, когда я доверяю человеку от и до. Вот. Видите? Это, конечно, самоделки, это, конечно, домашний уровень, это не завод. Вот. Это лакмастика. Читаем. Лакмастика для залечивания ран, при растрескивании коры, а также для закрашивания срезов при обрезке плодовых деревьев. Внимание! Отпугивать грызунов, мышей и крыс, перед употреблением встряхнуть. Ну и состав идет на основе нефтепродуктов. Значит, я ее использовал только для замазывания срезов. Представляете, зима. Это тоже имеет отношение к болезни. Как залечишь рану, так такое и будет дерево. Представь себе, зима. Так. Мне нужно сделать несколько тысяч срезов, то есть заготовить черенки. И какой садовый вар, и как руки выдержат этот мороз. Ведь дело в том, что черенки надо заготавливать после первых сильных морозов. Хотя бы 15-20 градусов. Почему? Вот тогда-то происходит, естественно, обеззараживание этих же грибов. Вот. И тогда черенок, он практически чист, без болезней. Да, потом бы еще не мешало бы взять тряпочку, смочить то же самое растворе медного купороса, протереть бы черенок. Но это потом. А тут главное, что я беру, открываю, наливаю бутылочку, кисточку, и мы работаем вдвоем. Я делаю на деревьях срезы, то есть я отрезаю ветку почти целиком, кто-то за мной кисточкой замазывает. Вот. И только после этого я знаю, туда внутрь уже не попадет гриб, внутрь дерева. Вот этому я доверяю. И тут еще написано, что раны залечивают. Я раны им еще не лечил. Вот. Вы догадайтесь, как это просто. Морозобоин много. Есть, я могу рассказать вам стандартный путь. Острый нож, вырезается все вот это, уже поврежденная кора, возможно, поврежденный кабель, возможно, захватила и древесину, все это вырезается, потом протравливание и замазывание. Вот, это знают все, это во всех учебниках, во всех статьях, во всей СМИ. Но предложение, так получилось, что с моей подачи Долматову, этому волшебнику, пошли заказы, люди использовали и подтверждают, да, залечивает раны, да, отпугивает мышей.